Громкие аплодисменты, счастливые лица и искренние поздравления. Алла Шахматова отмечает юбилей. Ее жизнь тесно связана с искусством. Она родилась и выросла в Самаре, окончила архитектурно-строительный институт. Руководила несколькими художественными галереями. В 2018-м стала директором Самарского областного художественного музея. А в этом году вошла в состав городской общественной палаты и возглавила комитет по культуре. Алла Шахматова и сама пишет картины. Я всегда хотела быть художником, и я обучалась у одних из лучших педагогов, которые работали в Самаре. Мне очень радостно, что на свой юбилей я имею возможность показать свое творчество в соавторстве с прекрасным скульптором Володей Амадеем. Выставка называется «Богиня Эрида». Богиня Эрида – это богиня радуги. И здесь мои 7 холстов, которые посвящены этому удивительному явлению природы. 7 полотен, 7 цветов радуги. Во многих культурах это символ бесконечного божественного милосердия, благая весть. Основная идея проекта – рождение новой жизни. Поздравить Аллу Шахматову с праздником приехали глава города Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев, депутаты. Для всех деятель искусства провела экскурсию и рассказала о своих картинах. Это жизнь, это радость, это так должно восприниматься. И поэтому равновесие хрупкое такое. Конечно, приехала с самыми добрыми пожеланиями, самыми добрыми словами. Посмотрела ту выставку, которую она сегодня устроила своим гостям. Ну и, конечно, радуюсь за нее. Желаю ей счастья, желаю мира, желаю развития. Друзья и коллеги отмечают виртуозное владение цветом и называют работы Аллы Шахматовой теплыми и уютными. Алла Леонидовна вообще очень талантливый человек. Как говорят, талантливый человек талантливый во всем. Поэтому она и талантливый руководитель, и, на мой взгляд, совершенно потрясающий художник. От этой выставки я вообще совершенно без ума. Живопись всегда была и сейчас остается отдушиной и любимым занятием Аллы Шахматовой наряду со служением музею. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.